Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Снова я еду на рыбалку. Я не нашел ничего лучше, как поехать на щуку. Вот, всеми известный уже водоем, кто смотрит меня. Дело в том, что погода на улице стоит достаточно ветреная. Порядка 10-12 метров в секунду ветер сейчас за бортом. Это плюс для валетников, потому что там щучка в основном лежит в траве. Вот ветерок ее, так сказать, иногда и выгоняет из джунглей. Вот, поэтому есть надежда, что если что-нибудь поймаем, не повезет. Так что до встречи на водоеме. Смотрите, друзья, сколько грибников, а? Вот наш будний день. Сколько машин. Все за грибами. Лес красивый. Да, и не кончается там. Впереди тоже десятки машин. Да, красота. Гусь гуляет. Нормально. Веселая развлекательная программа, вечеринки с монстрами, угощения. Здрасте. Осень. Лёшкинко. Прикольно. Страшно интересно. Особенно ваши дети. Гусь гуляет. Сегодня буду на веслах. Без моторов. Поверь. Отключаюсь свой. Так, ну что, дорогие друзья, вот он, утка, небоютка. Я сегодня, так сказать, ну не впервые на веслах, но это было давно, когда я на веслах ходил. Вот не захотел без заморочек, так сказать, половить сегодня, вернее, как это правильно назвать-то. Не половить, а лодку, короче, собирать, это еще то удовольствие. Поэтому буду сегодня менее мобильный. Посмотрим, что из этого выйдет. Смотрите, какая щука мертвая валяется. Килограмм около 5, наверное, такая. Могла бы и Зеленоград поехать со мной. Все было живое. Вот она. Такой щупачок атаковал. Ну так довольно таки сильно он так ударил активно, так скажем, да? Давай, малыш, беги. Непонятно, у меня там какая-то поклевочка была, но походу ничего. Не, какая-то щуренка попалась у меня. Ох, какая-то щуренка попалась. Чуть больше воблерка. Тебя отпустим сейчас. Ох, хорошо. Не глубоко засела. Давай, малыш. Все, пока. Я вот на эту блесенку. У меня поклевки уже неоднократно происходят. Выходы, подъемы, щуки. Это вот акаровская блесна. Вот, ну как бы рыбка активная в целом. Дай бог, чтобы она попадалась. И размер был соответствующий, а пока все не очень крупный.
О, ребят, кто-то... Кто-то попался. О, ну зачёта. Зачёт. Зачёт, ребятки. Девушка. Ну, наконец-то. Наконец-то мы в зачёте. Ну, это Блещенко, она повелась у нас. Ох, ну, такая. Атака, не сказать, что прям была у нее удачная, но щека зачетная. Левочка. Кто-то там бабахнул, у меня минул. О, какая-то рыбка идет. Ух ты, ух ты, ух ты. Не скажу, что там зачетная совсем. Ну так упорная рыбка. Давайте ее пригласим в подсак. Зачетная рыбка. Рыбка-то зачетная. Вот так вот. Блин. Достань. Ох, хорошо, так как она заглотила-то его. Приятно, 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 приятно. Ух, хорошо. Щипанула. Такой вот красавец, воблерок вот. Вот такой красавец. Отработал сейчас. Сейчас, девушка, подождите. Такая хорошая поклевочка, приятная. На паузе. Так. Ну, прям, как говорится... Смотрите, как она хорошенько цепанула. Ну все, гусики полетели на юг. Я так испугался, потому что уже на выходе просто, блин, долетела, как шабанула, ё-моё. Вот она такая. Напугала меня. Ну, кто-то ее кусал. Ну, тоже болесонка вот у меня. Плавающий. Сегодня рыбку ловит. Давай, мы тебя сейчас отпустим. Тихо, 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 тихо. Аккуратно. Такая уже боевая девчонка. О, ну эта дырочка. Не знаю, сейчас она появилась или нет. Давай, малыш. Ой. Вот так вот. Вот он. Болесон. Боркинговский. Вот. Напоследок, так сказать, на болесон опять. Щуренок. Атаковал. Ну-ка, стоп. Молодец. Грамотно клюнул. Сейчас, стоп, стоп, стоп. Ох. Покажись, поторовайся. Ну, ёшкин кот, ну. Ну все, пока. Все, закончил я рыбалку. Рыбалка так себе. Две щуки у меня зачетные. Вот. Шнурочки, всякие поклевочки. Ну, в целом нормальная рыбалка, считаю, что. Не совсем уж она плохая.
последнее время бывало и похуже, поэтому все классно. Работал тут, работал у меня воблер Борисонг 140-й плавающий от Биркинга. Магалончик. Ну и блесенка Акара. Ну как-то так. Плюс канадская блесна, вот лайки страйк у меня желтая. Она тоже вот выручает. Рыбка не кормилась, ни вот я не видел, чтобы она под вечер начала бить. Ничего такого так и не случилось. Еще много травы, трава не упала. И вода еще очень теплая. Так что всем добра. Пока-пока.